Всем привет! Что-то похолодало у меня сегодня. Дождалась я уже до обеда. Пересмотрела все видосики. Холодно. Никуда не охота, но надо. На улице у нас дождь. Дождь лил всю ночь и сейчас. Температура... Сейчас скажу, сколько там на улице. Ой, холодно так вообще. Ну, 11 градусов. А у меня, посмотрите, какая радость. Стоит себе тут, сам себе. Никто за ним не ухаживает. А он взял, да и решил зацвести. Так что мне скоро будет цветочек. Надо все прибрать. Земли купила, а еще не добралась. Ну, в общем, собралась я погулять. Ой, надо мне сделать... У меня сегодня два дела. Не знаю, получится, нет. Если получится, расскажу. Если нету, то вообще не буду снимать это видео больше. Так что побежала я, сбегаю. Я бегом. Я не буду сегодня гулять. Всем пока. Ждите, в общем. Скоро вернусь. Устройство. Работает. Ну вот, вопрос снялся сам собой. Ой. Вот, дирекцию. В общем, сходила я в миграцию. Хотела спросить про возможность поработать на сезон. Где-то читала, слышала, что можно вот таким обладателем ВНЖ работать сезонно. Очень надеялась, что могу, но... В общем, в миграции посмотрела, написала мне девушка... Сейчас покажу вам. Смотрела на мою карточку и дала мне вот бумажку, написала мое основание, по какому я нахожусь сейчас в Болгарии. Ну, это пенсионеры, в общем, разрешение, продолжительное пребывание. Вот, зашла я в кабинет, в трудовую инспекцию. Там, ну, как у нас в России, одинаково. Большой зал, много окон, сидят женщины, вот, и к ним можно подойти, там есть окошко информации, она у меня взяла мою вот эту вот бумажечку, пошла, видимо, к начальнице, потому что она сама не смогла ответить, вот, очень вежливая женщина, и вернулась и сказала, что я не имею права с моим основанием работать даже сезонно, никак, в общем, надо, конечно, еще попробовать почитать закон. Но вот пока что так. Нет основания для работы у меня. Ну и отпал сам собой вопрос. Вот искать место работы. А то я так уже прям очень-очень надеялась, что можно мне поработать. Что вот и сразу открываются новые возможности. Закрываются старые, но открываются новые. Так что... Теперь я смогу, во-первых, опять, если сделают мне визу, поехать куда-нибудь, не буду работать, поэтому, а во-вторых, все, буду сидеть и искать работу удаленно, пока что такие дела. Ну, еще один у меня есть вопрос, сейчас пойду второй решать. А здесь я встретила один магазинчик, сейчас зайду попробую, может, там разрешат поснимать, так я вам расскажу. Вот увидела здесь и решила зайти. А это оказался магазин. Сейчас покажу. Вот. Турские продукты, турецкие. Не знаю, разрешат поснимать или нет. Сейчас. Случайно шла мимо. Увидела ваш магазин. Первым делом, первый вопрос для меня лично. А есть чай у вас? Чай. Чай. У меня был большой пакет турецкого чая из Германии привезла и закончился. А сейчас есть еще какой-нибудь? Маленький. Маленький, да? А где? А, вот. Нет, не вижу. Где? Это? Да. Ага. А. Ну, зеленый. А мне надо черный. А, вот такой только, да, наверное? 13. Да. Сыр. Сыр тут. Большие баночки, большие только. Оливки.
Мальчик вот так вот. Ну вот, чай не нашла, пошла дальше. Надо теперь мне сходить в банк. Проблема у меня там тоже. Почему-то не открывается онлайн. Остаток по счету я уже в банкомате посмотрела, но мне нужна выписка за прошлый год. Сейчас схожу, может быть, сделают, как-то подскажут, что сделать, как я могу зайти. Не могу. Пусть как-то расскажут, что случилось. Я расстроилась немножко из-за работы. Вроде настроилась, хотела прям так сильно-сильно поработать. Вроде бы без разрешения так нелегально работать мне не хочется. Какое-то желание такого нету. Вот, поэтому не знаю, что делать. Какие-то такие подработки, может быть, чисто искать. Ой, как красиво, сколько тюльпанов, ой, красота какая. Смотрите, как здорово, куст розы какие красивые будут. Я понимаю, садик, классно. Ну что, подхожу, вот я к банку. Погода у нас так себе, дождик, но не холодно. Или я куртку надела такую, сегодня непродуваемую. В общем, нормально гулять, хоть и под дождем, но а то я в прошлый раз ходила, просто замерзла. Вот. Так все, конечно, отмывает дождик, все зеленеет больше и больше, с каждым днем листьев уже на деревьях. Цветущих не так и много, вообще, если честно, нет, не вижу. Кое-где вот эти тюльпаны только встречаются. А вот. Сейчас еще схожу в банк. Что меня там ждет, не знаю. Вот ирисы цветут уже, целая грядка, но они еще только начинают. Немножечко вот, вот так вот уже зацвели. Ну вот, вот эта вся клумбочка вот скосили. Тут так пахнет вкусно, кстати. Очень хорошо пахнет скошенной травой. Ну вот, сейчас пойду вот в банк туда, в банк. В общем, где-то очень хорошо, а где-то не очень. В общем, бак плюс, который у меня был раньше онлайн, он сейчас не работает, поэтому я туда зайти не могу. Надо будет зарегистрироваться, банк онлайн у меня будет. Попробую. Вот, а насчет перевода 50 там евро или сколько-то, 30 евро знакомой в Англии, что-то меня не успокоило. Она сказала, что это будет очень дорого, потому что это не ЕС. Вот так вот. Не ЕС. Не знаю, сейчас сделаю банк онлайн, попробую, может быть, как-то все-таки уточнить, сколько будет это. Может быть, у меня получится, конечно, потому что очень хотелось бы помочь своей подруге, но вот так вот у меня какая-то ерунда. PayPal у нее нет, там в Англии у девочки, мне надо отправить ей. А попробую Western Union еще, сейчас зайду, сейчас схожу на море с вами, дождливое вам море покажу. И зайду еще в Western Union, может быть, там мне что-то подскажут, как отправить эти 30-40 евро, ну пусть даже 50. Ну вот, проблема, так как Англия теперь уже не в ЕС, поэтому переводы достаточно дорого обходятся. А так нормально в банк сходила, в общем, там в этом банке три девушки. Одна молодая, она по-русски вообще, как бы я с ней не могу. Один раз я к ней что-то подходила, так она мне ничего не сказала. А две более-менее разговаривают по-русски и очень, очень вежливые и приветливые. Я их... Вот. А, выписку же я заказала на почту за прошлый год. Мне же налоговую надо отправить выписку движения по счету за прошлый год. Она мне сделала и отправила мне на электронку. Я сказала, что его не надо печатать, мне же потом придется его сканировать. Зачем? Сразу на электронку. И я, в общем, налоговую сейчас, возможно, сегодня отправлю через личный кабинет налогоплательщика. Опоздала, наверное, я не знаю, до конца апреля или до начала апреля можно эту выписку эту отправлять. Или вообще в начале года. В общем, опять на штраф, наверное, налетела. Еще надо за мамин счет тоже зайти. Этот, в Инвестбанк тоже выписку попросить. У нее то там вообще движения нет, только, наверное, вот за каждый месяц снимают эти 5 лев и все. Вот, но все равно движение нужно, наверное, отправить. Ой, господи. В общем, дел полно. Вот. Дел полно. Погода так себе.
Все, окна хочу помыть. Ну, блин, в такую погоду, ну, вообще не хочется. Не прибираться, ничего. Хочется, чтобы тепло было, чтобы раздеться с водой там, а это... Вот как вы в такую пасмурную погоду окна мыть? Скажите. В четверг, наверное, придется даже под дождем мыть. Помою, наверное. Тоже так не хочется оставлять грязные окна. Сейчас приду домой мокрый насквозь. Так, гуляющих, конечно, сегодня никого. Одна такая я решила сходить, посмотреть на... с воды на воду. Здорово же. Она длинная волна идет. Вон откуда и докуда. Погодка. Однако зашла. Western Union. Уточнить, как сделать перевод. Сразу записываю, чтобы не забыть, потому что информация такая. В общем, если я здесь отправляю в левах, потому что они берут у меня только в левах наличные, и если, например, чтобы там девочка получила 50 ихних фунтов, то это мне будет стоить примерно 20 лев. То есть, так, 50 фунтов налево перевести, еще плюсом 20 к этой сумме. В общем, недешево отправление. Не знаю, как даже быть. Так, еще. С меня нужен просто паспорт. А там просто имя, как по паспорту. И все, чтобы человек пришел и получил в любое отделение Western Union. Без проблем. Так, ну вот. Продолжение моего видео. Сделала я себе бакап. Онлайн-кабинет. В общем, тут... Опять это. Пришлось зарегистрироваться заново. И все, наконец-то мне пришел мой пароль ETAN. Теперь я могу зайти и посмотреть свою выписку. Слава Богу. Со всеми прощаюсь. Всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ну, это как обычно. До новых встреч.